Инспекция по надзору за ценообразованием по состоянию на 11 сентября за период работы с 8 августа по 10 сентября было проведено 58 проверок субъектов хозяйственной деятельности. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности начальника инспекции Владимир Некрасов. По итогам проведенных проверок составлено 58 актов с выявленными нарушениями порядка формирования цен. Сумма штрафных санкций по выявленным нарушениям составляет 710 тысяч российских рублей. Данная сумма является согласованная с субъектами хозяйствования. 7 сентября в классификации доходов бюджета Центральным республиканским банком был открыт код доходов «Штрафные финансовые санкции за нарушение законодательства в сфере ценообразования». За три банковские дня в республиканский бюджет поступила сумма штрафов в размере 170 тысяч российских рублей. При проведении проверок основными нарушениями являются превышение установленных предельных ценовых надбавок и отсутствие необходимых документов. Инспекция по надзору за ценообразованием совместно с Министерством доходов и сборов 5 сентября текущего года был проведен мониторинг уровня цен на продовольственные товары и лекарственные препараты. В соответствии с принятым постановлением Совета министров Донецкой Народной Республики от 2 сентября 2015 года номер 17-1. Во время проведения мониторинга торговых объектов города Донецка было обследование более 1000 цен на товары. Проведена разъяснительная работа с субъектами хозяйствования, в результате чего преимущественное количество субъектов хозяйствования осуществило пересчет цен по установленному фиксированному курсу российского рубля к гривне. С первого дня работы инспекции действует рабочая приемная, телефон горячей линии. Граждане республики могут обратиться с информацией о нарушениях в сфере ценообразования, в том числе и о необоснованных завышениях цен и тарифов на предоставляемые услуги. Кристина Крымова, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ.